Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Активная жизнь на пенсии», и мы с вами продолжим путешествие по Турции. На этот раз мы прогуляемся по набережной города Фетхие. К набережной прилегает огромная главная площадь, где стоит памятник Ататюрку. Мустафа Кемаль Ататюрк – это основатель и первый президент Турецкой республики. В Турции таких памятников очень много, и даже в Фетхие их несколько. В предыдущем видео я показывала, в сквере есть памятник, где Ататюрк на коне. А здесь он держит за руку маленькую девочку и вещает ей, что какое это счастье родиться и жить в Турции. Так гласит надпись на памятнике в переводе на русский язык. По периметру площади расположены пальмы и необычные деревья с переплетающимся стволом. Как я узнала, это не деревья с таким стволом растут, а это вид творчества, который называется арбоскульптура. Если кто больше об этом знает, напишите в комментариях. Здесь же расположен порт, где находятся яхты, транспортные паромы, катера, лодки. Лучше всего порт рассмотреть, конечно, с высоты. А это памятник Тюркан Сайлан, турецкий врач, дерматолог, академик, писатель, педагог и общественный деятель. Она известна как основатель благотворительного фонда «Ассоциация поддержки современной жизни». В центре набережной находится памятник национальным героям Турции. Он возведен в 2001 году в честь погибших турецких воинов в битвах на Кипре, Корее, в войне за независимость и бою за Чанаккале. Чуть дальше расположен примечательный арт-объект – белые балерины, танцующие рядом с бассейном. Вдоль набережной расположено много кафешек. Да, кстати, я не сказала. Я приехала сюда с дочерью, внуком и женой внука. А завтра должен прилететь из Америки сын с семьей. Приходится встречаться на нейтральной территории Турции. Мы решили здесь перекусить. Взяли салат с курицей и овощами. Вот смотрите, полная тарелка. И чай. Чай, кстати, здесь дешевый по сравнению с другими кафе. Стоит 1 лиру или 40 рублей. Здесь самообслуживание, но почему-то нет вилок. Приходится есть ложками. С нами еще две собачки. Учуяв их, к нам привязался Рокфеллер. Ой, ко мне только не подходи. Здесь много бездомных собак и кошек, и для них повсюду установлены вот такие бесплатные автоматы. И вместо денег тебе выдают корм. Вот здесь вот для кошек и для собак можно выбрать. Плохо вам видно, там лежит корм внутри.
Вот. И он выпадает снизу, и можно подкармливать. Многие это делают. И полные миски у собак стоят. А я вам покажу еще такие вот, где поилки есть, просто миски, и нет автоматов, а люди сами сыпают туда полные миски корма. Я хотела бы, чтобы у нас в России было так же. Возвращаемся домой. За нами увязался и Рокфеллер. Стой! Ой, батюшки. Стоп, стоп, стоп! Друзья, если вы любите путешествовать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Продолжение следует.